122. Про три главные вещи. Мужчине в жизни нужны три главные вещи. Нет, не те, что там построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Хотя это тоже полезно. Другие. Мужчине нужно узнать, чего он хочет. Второе. Мужчине нужно понять, во что он верит. И третье. Мужчине нужно делать то, что он делает. У женщин все немного иначе. Хоть у нас и для мужчин, но женщины часто посещают, смотрят и спрашивают. Я пришел к выводу, что для женщины важнее всего это научиться адекватно реагировать на внимание мужчины. Не там любовь, уважение, ум, безопасность и тому подобное, чтобы они там не говорили, а именно внимание мужчины. Потому что у нее все от этого зависит. Как она это внимание принимает? Как заслуженное или как аванс? Как внимание или как комплимент? Ну и так далее. Вариаций множество. Адекватность. Вот что главное. Если ее не устраивает форма вашего внимания к ней, и если даже она адекватно его воспринимает, то она будет недовольна чем угодно. А зачем нам несчастные женщины? От такой обычно избавляются. Чаще она просто неадекватна в своих оценках вашего внимания. Принимает его за что-то другое. Ну, например, вы ей принесли свежую рыбу с рыбалки, а она думает, что вы ее вынуждаете чистить эту рыбу и готовить потом еду. Или вы ей дарите цветы, а она начинает их считать, их четное количество. И скандал докатывает. Неадекватная тупая сука.